так. Я попрошу на камеру, Леонид Павлович сыграет свою дипломную работу в консерватории. Дипломную, сам написал, дипломную. Слушай, дипломная работа в Харьковской консерватории. Да, Саш, фантастичен. Это просто браво. Браво, да. Да. Это экспромт мой, да. Да, это экспромтик. Отлично. Так, Леш, на камеру попрошу. Ну, она красавичная, скажем, даже, да? У тебя своя есть? Ну, своя. Песня же, что написала мне женщина, я обработал хорошо. Да. Краснореченск, Кременский район. Отлично. Сняли. А иногда это почти как дырили. Я не зарабатываю на этом ничего. Нет, друзья идут мои, я что, копейку возьму с друзей. Спасибо же. Не, ну когда надо. Там... Не, я, Егорич. Так, ты скажи, как произведение как называется? Лопочки баянные. Лопочки баянные, автор? Виктор Темнов. Виктор Темнов, баянист? Конечно. Thank you.
чисто такой, знаете, русский вот, вот именно язык. Темного за это обожаю. Как баяниста. Вот сейчас, как же быть баяниста? Корчевой. Баянист, что он вытворяет на баяне? Это же уму непостижимо. Уму непостижимо. Украинец? Нет. Россия. Россия. Ох, играет красиво. Я заслуживаюсь. Это бывает, ну, да не бывает постоянно, морщишь. Поспал первый сон, потом начинаю смотреть. Все, что мне интересно, все, что мне дорого, все я только так. Mm-hmm. Такие вещи обалденные, шикарнейшие очень. Конечно, надо заниматься постоянно. Да, 70, ладно. 70-80 да. Уже куда, ну, ребята, уже жену. Не, ладно. Не помню, не помню. Дальше. Не помню, я не знаю. Тут начало, там в одном месте. Не помню. Вам... Фантастика, фантастика. Это не песня, это просто чудо. Выключай. Ну, первый хвалится. Ребята, мужики, вы мне не поверите. Меня жена называет зайчик. Что, серьезно? Да, Коля, ты мой зайчик. А то второй встает и говорит. А меня называет, ты мой горный олень. Ё-моё. Третий сидит. Серега, а тебя как называет? Ребята. Меня называет жена мачо. Ты ничего себе. Вот это да, слово. Нифига себе. Да, интересно. Через время играет. Ты чмо! Иди суп остыл уже. Сидишь там, играешь в домино свое. Ё-моё. Мачо. Знаете, есть машины. Рено. Пежо, БМВ, там, ну, мужики, да. Вы знаете, да? Мерседес, вот. Да. Ну, так вот. И ты где?
Знаете? Ну-ну-ну, нет, нет, мы не знаем. Расскажите, пожалуйста. Раздается звонок. Милая, ты где? Где-где? В норе. Какой норе? Ну, в машине. Милая моя, да не норе. В Реново. Ой, слава богу, что я тебе хотел, ну, не купил. Пежо. Понятно. Так. Ну, можно не снимать? Можно. Не надо, не снимать, это же картинка. Значит, армейский анекдот. Ага. Товарищ прапорщик, шо, сержант Иванов, а шо правда, шо это, шо крокодилы летают? Ты шо, дурачок чи шо? Який крокодил, як вони літають? А шо ж майор Тупицин, он замполит, казав, що літають? Да, да, Иванов, літають, так, так, низенько, 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 так. Понятно? Да. Идет, значит, прапорщик навстречу младший сержант. Ну, прапорщик же поротался руку, отдавать же честь. А тот идет, чирик ему. Степаненко, ко мне. Слушай, товарищ прапорщик, ты как честь отдаешь? Так, товарищ прапорщик, вышел же рука. Какой приказ? Ну, по-новому честь отдавать. А как? Да вот так. Что, серьезно? Да, а вы что, не слышали? Нет, не слышал. Ну, идет же навстречу, это самый прапорщик, навстречу подполковник. Ну, тоже же мой. Честь же, как положено. А тут им чирик, а тут... Прапорщик, вы как честь отдаете? Тогда еще подполковник. Вышел же указ. Какой указ? Ну, приказ вышел, чтобы по-новому честь давать. Что, серьезно? Да, а вы не слышали? Нет. А как? Да это так. Ну, заходит же подполковник, генерал, там, планерка. Ну, тоже же все же там заходят его. Чирик! А генерал? Я не понял. Я не понял, кто так честь отдает? Я, товарищ генерал. А как ты честь отдал? Да... А что это такое? Так, товарищ генерал, приказ вышел новый. Какой приказ? Ну, по-новому честь отдавать. А как? Да это так. А генерал стоит. Правильно. Правильно, подполковник, правильно. Только рукой надо резче, резче, резче. Муж жене говорит. Галя, я уезжаю в командировку, вернусь через 3 дня. Ну, хорошо, езжай. Собрала ему чемодан, вещи собрала. Он уехал, а сам приехал на день раньше. Ну, осень глубокая. Ну, елки-палки, ну что же делать? С чемоданом идешь же домой. Приходит во двор, а окна во двор, с кухни. Смотрит на время. 5:20. Начало декабря месяца. Темно. Галя моя еще должна на работе быть. Потом она в магазин зайдет, скупится там-то и все. Ага. Смотрит, а что ж такое? Окно горит на кухне. Ну ладно. Заходит, открывает дверь, ставит чемоданчик свой на кухню. А на кухне бутылка недопитая, еда недоеденная, 2 прибора. Он думает, вот сволочь, не успел поехать. А она уже себе провела любовника. Ну, идиотина, эх ты. Берет вилку нержавеющую к спальне. А там, ой, мой любимый, ой, мой хороший, ах, ох, ах, ох, ах вы. Дверь открывает. Берет вилку. И кто был наверху, тому заднее место, куда уколы дают. Раз, 2-й раз. А ты, ой, ай, ой, ай. Будь вы прокляты. Хлопнул дверью. За чемодан его выходит. Спускается с 3-го этажа. А тут Галя. Ваня, слава богу, приехал. А до нас дочка с зятем в гости приехали. Зятька угостил. Молодец. Ну что же, муж колотится и колотится. Пойду на охоту. Зима, куртовина страшна. Ага, пойду на... Дай дышь, я тебя держу. И пойду, ось посмотришь. Галя, ось пойду. Та иди, кто тебе, ну что ты, иди. Пришла суббота, ага. Он взял ружье, пошел на остановку, стоял. А метель страшная, мороз страшный. Он простоял, ждал автобуса. Будь она проклята, та охота, на что она нужна мне? Возвращается домой, поставил ружье. Значит, в сейф, разделся, разбулся, прыг в постель. Она лежит, она говорит ему, что холодно. А Миша, каже, дурак, пішов на охоту.
Понятно. Угу. Охотники. Ты не снимай, а? Да не переживай ты. Какие охотники? Я же все вижу, что снимает. Рассказывают. Скажешь, кто? Охотился и отличился. Ну один, да я вот поймал рыбу, там такую, за ней окунь. А за окуня щука, а потом как ухватило, не пойму. Еле вытащил, всю бригаду звал. На всех хватило. Так херня. Вот у меня случай был такой, который еще покруче рассказал. Сидит третий. Вот. А я пошел на охоту. А за мной волк. А целая стая. Куда? Я на сосну. Залез, сижу, холодно, замерз. Сидел, дрожал, дрожал. А как? Ну, прямо в стаю волчью. Ну и шо? Шо, съело? Съело, так. То что же, собрались рыбаки, ну и охотники, ну и рассказ свои небылицы, охотники рыбацкие. Ну один раз сказал, я, эти ребята, не поверите, поймал щуку, но голова, ну такая голова, на все, ну да, может быть такое, может быть. Второй говорит, вы знаете, хлопцы, не поверите, убил лису, но хвостяра больше, чем сама лиса, может быть такое. Конечно, может быть, там все может быть. А третий каже, хлопці, не повірите. Взяв бутилку, ну, і пішов на охоту. Все поїв, понятно, а бутилку додому приніс. А ті сидять. Не може. Не може бути такого. Такого не може бути. І хвоста такий повірили, і голова така, ну що, бутилку взяв і приніс назад. Ну не може бути такого. Да, охотники такие люди.